В Йемене при невыясненных обстоятельствах повстанцы-хуситы задержали 11 местных сотрудников учреждений ООН. Как сообщает Associated Press, представитель ООН Стефан Дюжерик в Нью-Йорке признал, что были похищены 11 сотрудников организации. «Мы очень обеспокоены этими событиями и активно ищем разъяснение де-факто власти хуситов относительно обстоятельств задержания и, самое главное, обеспечение немедленного доступа к этим сотрудникам ООН», — сказал он журналистам. По данным ООН, из 11 человек 9 мужчин и 2 женщины. Они являются сотрудниками Агентства ООН по правам человека, ЮНИСЕФ, Всемирной продовольственной программы и ЮНЕСКО. Активисты опубликовали открытое онлайн-письмо, призывая хуситов немедленно освободить задержанных. Human Rights Watch заявила, что власти хуситов не раскрыли местонахождение людей, которых они задержали, и не позволили им общаться со своими работодателями или семьями. Отметим, что йеменское движение хуситов Ансар Аллах признано США террористической организацией.